Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России, там отдельные телеграм-каналы. Подпишем мы с вами или не подпишем? Так мы сегодня отвечаем на вопрос, на этот всем высшим госсоветом. Подписываем, я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Ну, трехлетняя наша большая работа сложилась, и мы ее формализовали, как с президентом России договаривались ранее, на Высшем государственном совете.